Привет всем моим подписчикам или просто гостям моей странички и всем тем, кто увидит это видео. У меня вот такой вопрос. Смотрите, вон сколько у меня помидорчиков завязалось на кустах. Очень много, такие хорошие кусты, хорошие помидоры. Но волнует такой вопрос. Сегодня у нас уже 8 августа, и я переживаю, что они у меня не краснеют. Вот все хорошие, зеленые, крупные, достаточно плоды, прям достаточно крупные, но не краснеют. Мы живем в таком регионе холодном достаточно, в Карелии, дней у нас солнечных очень мало. Начнутся сейчас уже скоро у нас такие холода, дожди. В общем, солнца будет, конечно же, дефицит. Несмотря на то, что они у меня в парнике, все равно я вот переживаю. Прошу совета, если кто-то знает, чем помочь моим помидорчикам, пожалуйста, напишите в комментарии. Буду очень признательна, благодарна. Вот мне здесь сказали, что нужно обрезать им верхушки, чтобы они уже как бы в рост не набирали, а как раз таки на плоды у них был упор. Верхушечки все пообрезала. Помидорчиков много, сами видите. У меня их целый ряд здесь высажен в теплице. Но вот такая беда, что они не краснеют. Буду благодарна за комментарии, за советы. Всем спасибо.